Салам алейкум. Добрый вечер всем. Сегодня на самом деле очень интересная была игра, захватывающая. И в целом я думаю, что все, и наша команда победительница, и команда соперников должны быть довольны, потому что хороший был темп, очень острые атаки с обеих сторон. Я в первую очередь хотел бы поздравить наших болельщиков. Вот, и, конечно же, хотел отметить наших ребят. Несмотря на то, что первый тайм складывался не по нашему сценарию, вот, в раздевалке мы впервые внесли кое-какие коррективы. Вот, и в целом, я думаю, что мы провели игру на должном уровне, так как мы должны проводить игры с первой до последней минуты. Мы так провели лишь второй тайм. Но этого было достаточно, чтобы выиграть. Даже несмотря на то, что мы приличное время, там, я не знаю, минут 20 играли в меньшинстве, ну, в целом ребята даже создали момент, заработали пенальти. Это делает честь нашим ребятам, я горжусь ими. Эти парни достойны играть в хороший современный футбол, футбол, который нравится не только нашим болельщикам, но и болельщикам соперников. Что было сегодня в конце матча? Было приятно, когда фан-клуб Турона тоже поддержал и аплодировал нашим ребятам. Рахмат, жооп учун, мархамат, саволлар болса. Рахмат, мархамат. Салому алейкум, Самвел ака, алдыма билан табриклаймиз. Жамоа бир киши кам болуп калгандан кийин асосий этибордо топ назоратига каратты. Асосан топ сакташка. Ошо томондон болгон көрсөтмө дедими жоки натыйжадан келип чыгып футболчулар өздөрү жооп берди. Жол түшкөн. Ну, в таких ситуациях, конечно, нужно контролировать мяч и по возможности. Соперник, самое главное, что соперник нам давал спокойно контролировать мяч. То есть прессинг, который они оказывали, он был не настолько агрессивным, поэтому ребята играли, честно говоря, правильно, и это было решение уже на поле. В частности, я думаю, что инициатором этого был Искандеров. Было видно, что где мяч, значит, он там находился и старался максимально сохранять. Значит, мяч. Ну, естественно, что это облегчило наше положение, которое было на поле. Ну, сегодня Искандеров не забил. В третьем туре Джокич не забил, зато Джокич сегодня забил. Мы надеемся, те, кто у нас не забивает пенальти, они будут компенсировать это колами с игры и приносит победу в дальнейшем. На самом деле Искандеров наш пенальтист, в том числе и Тимур Хожа пенальтист, и также Джокич пенальтист. Поэтому эти ребята искусно выполняют. Ну, сегодня не надо забывать, что напряжение, усталость, огромная работа, плюс это на самом деле не давлело. Поэтому я думаю, я даже не видел, как он пробил, если честно, уже потом на видео посмотрю. Ну, Искандеров у нас был, есть, а остается пенальтистом. Мархамат, савол, мархамат, мархамат. Жанло, маркезий хумаясы кто передаем болсак, Милош Миловичный утнеге, Яков Хумаевич, Йован Джокич, Байдон Мишуят, Лоха Кумидады. Бунга, бус, сизны, олдында ойлеган тактикаңызмы, йоки, Милош Миловичта кандайдыр, жарахаттар, йоки, бронбур, муамо болмы? У Миловича есть небольшая травма, он уже скоро будет работать, уже идет на восстановление. Это вынужденная мера. У нас, как был всегда Джокич, футболист дисциплинированный, всегда может на любой позиции сыграть. Вот что он делает, уже две официальные игры. Ну, скажу так, что на хорошем уровне он проводит, несмотря на то, что это не специфическая, не профильная его позиция. Вот. Но это вынужденная мера, на самом деле. Мархамат, савол. Да, и на самом деле было приглашение руководителя Айпана, в частности, Хаким области, пригласил. Ну, я приехал, потому что есть уважение к этим ребятам, кто сегодня содержит этот клуб, к руководителю области. Я приехал, но у меня уже были предварительные договоренности с Навбахор. Поэтому я все честно сказал, но со своей стороны порекомендовал Игоря Шкварина с его командой. Им чуть-чуть не хватило, в принципе, они достаточно неплохо работали, только в концовке им реально не хватило. Именно в концовках матча, потому что команда играла неплохо, но не было забивного нападающего, насколько я помню ту ситуацию.
Ну, приятно еще раз приехать в Турон. Это такой оазис футбола. Здесь на самом деле созданы колоссальные условия для того, чтобы клуб развивался. И, честно говоря, это единственный у нас частный клуб. И дай-то Бог, чтобы эти ребята дальше продолжали свое дело, потому что они делают огромное дело. Это футбол, это социальный проект. Футбол – это настроение тысяч, миллионов людей. Поэтому то, что они чем занимаются, это благое дело. Я хочу им пожелать успеха в дальнейшем. Менде савол бор эди, мүмкүн болсо. Албатта. Ошо Кытайга кетишиңизден акыркы берген интервьюңузда ошондон алдын бир күн келип Навахарды чемпион кылыш түдөмүз дегениңизди айтып өткөндүз. Азыркы күндө мана жамоа бүгүн пешкадамлар сапына кайтты. Таркип хам менимче жаман эмес. Бу жыл чемпион Навахар көрөмүзбү? Ну, во-первых, я хочу еще раз подтвердить, что здесь я неоднократно говорил, и в частности, вот как вы вспомнили, действительно, у меня есть огромное желание, чтобы болельщики Навахара были счастливыми. Сегодня состав, который собрался, у нас целей других нету. Мы в прошлом году были практически у цели, но и в Кубке, и в чемпионате. Поэтому нам важно в этом году сделать шаг вперед. Шаг вперед. И в Кубке, и в чемпионате. Поэтому мы работаем. Сложная работа, потому что есть большая конкуренция в нашем чемпионате. Это делает наш чемпионат сильным, конкурентным, когда несколько команд претендуют. Вот. Что я могу сказать, что у нас самые максимальные задачи в этом году. Слава Богу, для этого есть у нас исполнители. А ряд моментов где-то у нас что-то не получилось на старте, но мы, естественно, анализируем и исправим. Цель одна. Сегодня мы вышли на первое место. Наши болельщики счастливы, и мы очень хотим, и мы постараемся сделать так, чтобы до конца чемпионата оставаться во главе турнира таблицы.